Всем привет! Здравствуйте, мои хорошие! К нам в нашу ведьминскую кухню добавился мужчина. Поприветствуйте! Привет-привет! Смотрите, это мои соседи, которые, они вот как бы все уже в курсе, что я тут Хексен-мама, ведьминская мама, и ищут тоже для нас что-то интересное, что-то оригинальное. Вот эти сумочки, которые из Баумволе, du kannst mir mit russischen helfen, ne? Das ist, подержи, пожалуйста, это хлопок. Смотрите, из хлопка, вот такие они маленькие, классные. Жду вашего подтверждения, взять ли их к нам в программу. Потому что я объявила уже всему Гослару, ищу все, что оригинальное с ведьмочками. Они все знают мой ассортимент, они знают все, что у нас здесь есть. Вот они, эти сумочки, например, можно заказать большие и маленькие, но мне кажется, маленькие, но вот очень оригинальные. Кстати, я еще хочу узнать, можно ли там на русском что-то написать. Мне очень хочется иметь сумочки с надписью «Ведьма, можно все» на русском. Вот как вам такая идея? Отпишитесь, пожалуйста, кому нужны сумочки с городом Гослар, ведьминским, ведьминский центр вселенной. Вот, сейчас выговорила. Im groß, wie groß sind die denn? So ungefähr knapp 40, also 38 Zentimeter in der Länge und so 26 breit. 38 на 26 большие. Und die ungefähr, weißt du das? Die sind so 20 mal, mal 16. Ну, смотрите, вообще, Шанель просто отдыхает. Вот так вот отойду, покажу. Вот мне кажется, классно. Классно нашли мои соседи. Говорят, хочешь, вот мы тебя достанем. И будешь дальше посылать по всему миру. Мне очень нравится. Жду ваших отзывов. Как вам такое? Вам это интересно? Стоят они примерно около 6 евро. Но мне нравится, оригинально. Хотя вот сегодня, хотя сегодня мне по цвету подходит вот это. Но это, знаете, как украшение, как аксессуар. На каждый день что-то новенькое. И я вам, кстати, сейчас еще покажу, пришли наклейки на машины не только в черном, но в зеленом и в красном цвете. Сейчас попрощаюсь с соседом и будем дальше заниматься обзором наших ведьминских богатств. Вот, догадалась. А мы вот помимо того, что презентируем здесь ведьмочек, мы еще и обслуживаем параллельно людей. Интересно, так я как-то растерялась, не знаю, где мои пакеты, где мои сумочки вот здесь. Здесь у меня просто заказ и абсолютный хаос. Хаос. Мать, это схейс хаос. Möchten Sie auch eine Hexe haben oder so? Das ist ein Zeichnen von Goslar. Nee, ne? Ja. Eine, haben Sie? Ja, eine Hexe von Holz. Aus Holz, okay, ja, ich habe ich nicht. Вот, сейчас у нас, например, здесь выбор остановился на нашей французской марке Matilda M. So. Drei Sekunden. Ja, kann ich mit der Katze? Ja, natürlich. Ja? Natürlich. So, okay. Вот сейчас, когда мы здесь закончим, и я останусь одна, тогда я начну вам уже показывать что-то новенькое, что еще к нам пришло. Я уже просто, с нетерпением этого жду. Хотела сказать, терпеть не могу. Не могу в плане терпеть, что вот у меня уже не хватает этой терпешки, чтобы быстрее вам это все показать. Vielen Dank. Dankeschön. Und schönen Tag noch. Viel Glück mit dem Video. Danke. Vielen Dank. Danke well. Yeah, знаю всего лишь пару фраз на голландском. Вот немцы говорят «Danke schön», «Спасибо», а голландцы говорят «Danke well». И вот на голландском «Добрый день» это я не могу вам сказать, а вы, пожалуйста, посмотрите сами, Google знает все, потому что если я это произнесу на русскоязычном канале, меня просто YouTube забанит. Или вот, чтобы так не сильно вас интриговать, скажу так. День по-немецки называется «tag», а по-голландски называется «dag». А «хороший», «хорошего дня», то есть «добрый день», «хорошего дня»,
Как же это? В общем, это слово известно из трех букв на русском языке. Все поняли? Произнести не могу, не хочу. Но, тем не менее, когда вы находитесь в Нидерландах, либо в Голландии, вы слышите по радио, в супермаркетах, либо вам кто-то желает русское слово из трех букв плюс «так», то это значит «хорошего дня», а не что-то другое. Когда я это первый раз услышала, я вообще первый раз вот попала в Нидерланды, и там вот стою в супермаркете, это было утро, и слышу какой-то там «так», «так». Стою, думаю, господи. Думаю, что я вообще слышу? Что это вообще такое? Что они говорят? Я спросила на кассе. Кстати, все голландцы говорят по-немецки, потому что они немецкий учат в школе. А когда немцы оказываются в Голландии, то они ничего не понимают. Хотя языки, вы знаете, вот ну, сколько людей, столько и мнений. Но я бы сказала, как вот русский и украинский. И вот как-то вот таким смешным образом получается, что я когда это первый раз услышала... Понятное дело, я человек русскоязычный, слово из трех букв, а потом после этого плюс день, да, и так. Думаю, ничего себе, это что за радио у них здесь такое в супермаркете? Это вообще что все значит? Ну, в общем-то, было весело, но теперь я уже знаю несколько слов. И, кстати, у них есть такие слова, которые для немцев тоже смешные, потому что имеют совершенно другое значение. Дорогие мои, у нас уже без 10:05, нужно очень спешить, чтобы мы все успели. Наклейки на машины. Все видели, да? Пришли в красненьком. Показываю. В зелененьком. Сейчас специально их все в руки возьму. В серебряном. И еще остались они у меня в черном. В черном осталось 3 штучки. Видно, да? У меня на машине наклеена черная. Кстати, вот сколько уже наклеено, не знаю сколько. Уже давно. И ничего с ней не случается после мойки. Все в порядке. Ну, может, кто-то на холодильник захочет. Определяйте сами. Размер какой, не знаю. Спешу. Hello, good morning. Мне нравится и в зеленом, и в сером, кстати, тоже, да, вот если у кого-то может быть белая машина, либо черная, как бы и видно, и в принципе не видно. 3 евро стоит наклейка. Так, показываю ложки, потому что вот о ложках мы совсем забыли. Видно, да? Вот так. Кстати, мне сейчас сосед сказал, что, оказывается, у нас открытое воскресенье. В это воскресенье можно будет всем работать, потому что здесь будет проходить какой-то фестиваль. Мы все об этом узнали только сегодня. Как не смешно, да? Как-то вот город проспал поставить магазины в известность, что они в воскресенье работают. Как-то получилось очень интересно. Ну, имеем, что имеем. Так, показываю вам еще сумочки. Ой-ой-ой, подойди сюда. Розовая, на которых написано «Ведьмам это можно». Кто не знает, стоит 4,50. Видно, да? Ну вот жду от вас обратной реакции в комментариях, пожалуйста. Как вам сумочки из 100% хлопка, на которых ведьмочка обозначена? Was Sie meine Hilfe brauchen, sagen Sie mir Bescheid. Ja, okay, ja, weil danke. Ich filme parallel, wir haben auch YouTube-Kanal und wir haben hier so eine Multikulti-Sprache. Ach so, ja. Diese Höchsen, die lachen, gibt es die auch in kleiner? Die gibt es in kleiner, ja, für 14,90 € brauchen Sie als Geschenk. Die lachen dann auch? Ja. Ach, ja, ja. Aber die bewegen sich so nicht. Die sind dann, leuchten Augen und lachen halt. Das hört, ja? Zeige ich, ja? Ja. Zeige ich gleich. Так, одеваем маску, вылетаем на улицу, потому что нам нужны на подарок ведьмы, которые смеются. Поэтому идем, уже готовы. Ну, а мы возвращаемся обратно. Так, вот такую ведьмочку мы продали. Кто еще не знает, показываю. Так, немножко камеру нужно выше поставить. Извиняюсь. Ой. Ой-ой-ой. Yeah.
А мы возвращаемся обратно. Вот такую ведьмочку пожелали, показывая. Хотя это Ганс Котсундан. Посмотрите, это ведьма, у которой светятся глаза, светятся волосы. Сейчас выйду на улицу, посмотрю. Мне кажется, их осталось всего 4. Видно, да? Так, все, Зайенька, отключайся. Все, мы желаем нашей красавице приятного полета. Летит на север Германии. Все. Ja, super. Danke. Bitte schön. Sie kriegen noch was zurück. Das ist hier 30. Die Batterie ist einfach zu wechseln, ne? Ach, wie nett, danke schön. Bitte schön. Süß. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, danke schön. Ihnen noch weiterhin viel Erfolg, ne? Danke. Tschüss. 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 Вышли сейчас на улицу. Я им показала, насколько наши ведьмы пластичные, да? И понятное дело, я всегда упоминаю, говорю, вот вы берете ведьму в готовом виде, да? Есть у меня ведьма здесь? Возьму ту, которая уже... Ту, которая в Белоруссию полетит, возьму вам сейчас как наглядный пример. Вот никто же не говорит, что эту ведьму, это тоже ведьма, которая светится. Никто же не говорит, что эту ведьму нужно просто так оставить. Почему? Достаньте эту метлу. Вообще полностью ее достаньте из рук. Идея. Раздвиньте вот так вот ручки. Посадите ножки. Это сейчас мои вот идеи как декоратора. Как бы я это сделала? Возьмите вот эту метлу. Привяжите ее на нитке так и пропустите нитку через руки, как будто она сидит на качеле. Смотрите. Вот здесь вот ниточку привязать за ножки, привязать за ручки, подвесить и маленькую табличку, например, «Добро пожаловать». Пусть она будет такой. Вот уже совершенно другой стиль. Например, на дверь. Для замечательных соседей. Не хотите так, но оставьте в таком положении, как они у нас есть. Либо ее можно вообще посадить на шпагат. Прости, дорогая, но нам нужно здесь показать. В одну руку можно добавить метлу, в другую, ну, господи, букет роз. Оживляйте своих ведьм. Вот берете ее в таком виде, а старайтесь ее как-то изменить. Изменить под себя, либо сделать в виде качели, либо на шпагат повесить, бантик еще какой-то добавить, чтобы она у вас была ваша, индивидуальная. Я вот вам сейчас как пример просто покажу одну модель. Или знаете что? А я вот сделаю пару таких готовых, чтобы было уже вот наглядно, чтобы я не на пальцах объясняла. Может, завтра получится у меня это сделать. Просто взять эту же ведьму, посадить на ее метлу, добавить висюлечку, табличку «Добро пожаловать», «Welcome», «Willkommen», все готово. Уже совершенно она другая, уже она не похожа на всех остальных. Я, наверное, сейчас вместе с вами пройду на улицу и покажу вам, сколько их, в принципе, осталось. Напоминаю, это ведьма, которую можно отключить, включить. У которой светятся глаза, она полностью вот так вот вся изгибается, как змея, она стоит 29,90. Осталось их, в принципе, мало. Так, теперь идем на улицу и смотрим, сколько их там осталось. В этом цвете 2. Глазки светятся, вся извивается. 3 даже. 3 фиолетовых. И зеленая. Проснись, батарейки нужно заменить. Зелененьких 2. Две маленьких. За 14,90 одна синенькая. Одна синяя, 2 горчичных, маленьких по 14,90, 3 фиолетовых.
Две горчичных. Бедная ведьма думает, что она над нами издевается. Увидели, да? А это те ведьмы, которые 70 сантиметров и стоят 47 евро. Ну, возвращаемся обратно. Брелков тоже становится все меньше и меньше. Видно, да? 5,99 брелочки. Это вот тоже моя любимица. Кучерявая, с голубыми глазами. Позитивная. Кстати, не похожа на других ведьм. Совершенно не похожа. Видно, да? Можно тоже из метлы сделать качелю, на которой она сидит. Ее вот так посадить. Сейчас показываю. У нас сегодня у ведьм день акробатики. Смотрите. Тоже как-нибудь ее подвесить. Ну, либо на окно посадить. Вообще такие вещи, мне кажется, должны стоять при входе. Вот к вам пришли гости, они сразу знают, с кем они имеют дело. Правильно? А как по-другому? Напоминаю, стоит 34,90. Ее уже назвали Земфира. Зёма. Земфира. Красивое имя. В общем, я здесь вот просто умиляюсь этой обуви. Посмотрите, платье какое. У меня есть в плейлисте подробное описание этой модели. Ну что, будем заканчивать? Будем другие подготавливать уже, да, вещи? Посылки. Сегодня задерживаться не будем. Нельзя. Мои дорогие, кто еще не подписался, подписывайтесь. Кто уже подписался и активно комментирует, спасибо вам большое. Вижу все комментарии, читаю все комментарии. Кто еще сомневается по поводу турмалина, пишите. Кому понравились ведьмочки, тоже пишите. Наклейки, что у нас еще есть? Ложки, брелки, все это есть. Пишите, буду рада. Пишите, звоните. Ну, а мы говорим пока. Хорошего вам вечера. Спасибо.